Вы знаете, в приближении этих рождественских праздников мы видим везде знаки Рождества. И этот праздник является чудесным праздником, потому что первое — это чудо воплощения Божьего Сына в младенца. Второе — это то, что ангелы возвестили чудесным образом об этой вести. И третье — это было чудо избавления нас от всякого греха, потому что Сын Божий явился всемирной жертвой. И сегодня мы также присоединяемся к этому прославлению нашего дорогого Иисуса. И мы хотим все вместе спеть «Рождество Христово, ангел прилетел». Рождество Христово, в пещере тёмной.